Ассаламу алейкум, құрметті боксер қауым. Бүгін 3-ші бөлім. 2003 жылы өткен Астана қаласындағы Қазақстан чемпионатының 54 келі салмақ дәрежесіндегі ақтық бәсекені тамашалайтын боламыз. Ақтық бәсекеде Төлен Қанатов және Алмас Асанов деген ағаларымыз өзара алтын медальді сарапқа салған болатын. Өте тартысты кездесу, көріп шығыңыздар. Асанов Алмас, мастер спорта из Алматы. И Канатов Далин, мастер спорта международного класса, Алматинская область. Бой также начинается очень осторожно. Боксеры прощупывают друг друга. Слегка задерживает. Здесь опять противостояние правша-левша. И обратите внимание, практически в каждой паре сейчас уже боксеры есть левши, работающие правой стороной стойки. Поэтому даже сейчас трудно сказать, какая стойка обычная, какая необычная. Сейчас в боксе 50 на 50. Идет равный бой. Пока трудно выявить преимущество какого-либо боксера. Такой, знаете, вязкий бой, застревающий на средней дистанции. Нет четких ударов. Немножко грязновато боксеры работают. Я повторюсь, опять же, напряжение чувствуется. Очень большая ответственность. Этот чемпионат практически формирует сборную нашу для участия в международных соревнованиях. В частности, уже и в скором времени для подготовки для участия второй раунд в этой весовой категории. Откровенный обмен ударами сейчас был. Практически ни одного удара не прошло ни одного боксера, ни другого. Мне кажется, эта прямолинейность чувствуется у боксеров. Нет такого какого-то решения, игрового решения. Такой идет встречный бой. Трудно выявить преимущество. Сейчас неплохая атака. Команда брейк, боксеры разошлись, и бой продолжается на дистанции. Здесь получают замечание за захват, и бой продолжается. Все растянуло было. В третьем раунде бой продолжается в том же русле. Такой вязкий бой. Не совсем зрелищный.
следующей весовой категории будет боксировать чемпион мира Галиб Джафаров. Держит боксер. Неплохая работа в ближнем бою. Получает замечание за толчок. И третье замечание получает секундант. Слишком он громко подсказывает своему воспитаннику. Опа, хорошо, встретил, очень неплохо. Мне кажется, держит. Да, и рефери дает замечание за захват. Трудно дать кому-либо преимущество. Абсолютно равный бой. Дело судьи посчитать, как засчитает компьютер. Сейчас одним ударом обоюдным. Еще одно замечание, второе получает за захват боксер синего угла. И продолжается. Вот, неплохие два удара прошло. Правой. Четвертый раунд. Закончил был третий раунд, в четвертом раунде. Бой идет на тех же курсах. Встречный вязкий бой. Ну, при таком раскладе, конечно же, преимущество, я думаю, получит мастер спорта мужского класса. Вот, рефери удаляет секунданта от ринга. Бой продолжается. При таком раскладе мастер спорта мужского класса Канатов Гален, я думаю, будет иметь преимущество. Ну, а как посчитают судьи. Да, вот сейчас начал делать то, что нужно было делать. В начале боя стал двигаться. Замечательно. Бой продолжается. Ударил уж на видеосудике опять клинч. Опять бой начал идти на встречных курсах. Устали боксеры. Четвертый раунд. Напоминаю вам, что боксеры сейчас вешаются каждый день, каждый день соревнований. Поэтому очень трудно бежать. Мінекі достар, Төлен ағамыз бен Алмас ағаларымыз көптеген әлемдік додаларда, әлем кубогы, Азия чемпионаты сынды ресми старттарда ел намысын қорғаған азаматтар. Достар, көбірек қолдап жіберейік. Ертең Алла қаласа 57 кіл салмақ дәрежесіндегі қосақтөбелік Галиб Джафаров пен Мади Шолақов арасындағы ақтық бәсекені назарларыңызға ұсынатын боламын. Баршаңызға сәттілік, қазақ боксы жасасын.